Друзья, всем привет! Вы на канале Гриль Мангал. И сегодня мы будем готовить для вас баранину. Это у меня нога, передняя часть барана, лопатка получается. Сегодня нам понадобится чеснок, лавровый лист, зира, розмарин, мед и сладкая горчица. Ну и соль, и перец, опять же по вкусу. Так, давайте сначала возьмем чеснок. Чуть отодвинем барашка, отрежем. Затем сделаем дырочки барашки и засовываем чесночок. После того, как мы нашпиговали барана чесноком, давайте подготовим маринад. Маринад у нас будет из меда и горчицы. Смешиваем его с горчицей. Становится жидкий, и затем обмазываем барана. Также проделываем с ногой. Далее мы посыпаем розмарином. Посыпаем зирой. Добавляем черный перец, молотый. И немножечко присолим. Затем мы берем пергаментную бумагу, разворачиваем. Стараемся положить нашего барашка. Сейчас мы промокнем. Так. И вторую часть. Все это заворачиваем. Затем берем фольгу и точно так же будем заматывать его. После того, как мы обернули барана фольгой, давайте нальем водички плотненько. Где-то понадобится 0,5. И засунем его в духовку на 3,5 часа при температуре 200 градусов. Все, друзья, отправляем в духовку на 3,5 часа. Друзья, прошло 3,5 часа, наша баранина готова. Давайте откроем фольгу и посмотрим, что там внутри.
Смотрите, друзья, как мясо ломается. И рвется прям. Смотрите. Мясо нежнейшее. Друзья, кому понравилось видео, ставим лайки, дергаем колокольчики, подписываемся на наш канал, делимся рецептами с друзьями. Всем удачи, всем пока. Ну а мы пойдем кушать.